петербургские подземки к матчам Кубка Конфедерации появились футбольные схемы метро. На станции и в вестибюле появились плакаты, стикеры и обновленные схемы линий метрополитена с символикой предстоящих соревнований. На привычной карте теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты. Петербуржцы уже успели оценить нововведение. Я бы не стал дополнять. Автобусные остановки есть, где стадион есть, все написано. От метро довольно далеко пешком добираться. Если бы были хотя бы названия автобусов и маршрута, как добраться, было бы гораздо проще. Всего в вагонах и на станциях метро разместят около 2000 обновленных схем. Матчи Кубка Конфедерации в Петербурге пройдут с 17 июня по 2 июля.